День учителя, который отмечается по всей стране 5 октября. В этот день старшеклассники проводят уроки для младших классов, и его не случайно назвали Днем самоуправления. А также ученики поздравляют учителей и дарят им подарки. Привет, смешарики! Вы на канале Шарарама. В этом выпуске, посвященном Дню учителя, мы окунемся в учебную атмосферу и больше узнаем об этом празднике. Заваривайте скорее чаек, а мы начинаем. Давным-давно, в 1966 году, в Париже прошла конференция, на которой обсуждалась ценность учителей как профессии, которая на протяжении всех школьных лет так важна среди учеников. Посредством этого был принят международный документ о положении учителей, который стал основой для признания важности учителей в обществе. И с тех пор каждый год 5 октября стали отмечать этот праздник. В некоторых странах устраивают концерты и выставки, где ученики могут показать свои таланты и выразить благодарность своим учителям. Также проходят семинары, где учителя обсуждают, как сделать обучение еще более увлекательным, чтобы повысить успеваемость. Старшеклассники вместе с младшими классами украшают школу, рисуют плакаты, украшают крыльцо школы, делают поделки своими руками. На входе встречают учителей, даря им букеты и подарки. А позже начинаются уроки, которые проводят ученики старших классов, как для младших, так и для учителей. По окончании учебного дня многие идут в гости или же отдыхают в кафе. А как поздравили преподавателей вы? Напишите в комментариях. А на этом наш выпуск подошел к концу. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и комментировать видео. Желаем удачного учебного года и хороших оценок. Благодарим вас за просмотр. Увидимся!